книга детская. И сегодня у нас пятница. Еще сегодня у нас очень жарко. И еще сегодня у нас я закончила все мои контрольные с первого семестра. Все мои хвосты. И что это значит, что я самый счастливый и самый свободный человек. И я сижу тут с барельчиком, и скоро я вам расскажу. Это очень классное место, это крыша тут такая. Это место называется Нахалат Беньямин. Это очень хорошее место. И тут всегда здесь такая есть, в пятницу и в среду. Мы находимся рядом с домом. Это очень близко к нашему дому. Мне очень жарко, потому что я каждый день, даже зимой, я ходила просто без одежды. А сегодня я одела мои сибирские, не знаю, как называется, сапоги. Я очень жарко одета, еще в черном, у нас лет 30 с чем-то градусов. Дома мороз, я считаю, 30 машу, когда очень-очень жарко. И у меня есть несколько объявлений вам. Просто объявление, потому что хотела с вами поговорить, я давно с вами не говорила. Первое, мы кушаем брускетту с моцареллой и арогула. Салатик с салатом, орешками и грушей. Еще я и Барель, мы будем усыновлять ребенка. Но не то, что вы думаете. Ах! Будем усыновлять маленького щеночка, очень миленького. И если вы хотите сказать мне, как вы хотите, чтобы мы его назвали, я думала назвать его Коко, как Коко Шанель. Но я не знаю, это чуть-чуть банально. Скажите мне, если у вас есть хорошие имена, если это русское имя, то хорошо, нам это не важно. Скажите нам, если у вас есть классные имена. Вот и все, мы тут наслаждаемся под солнцем, я таю каждую секунду. Может быть, я растаю до конца, так что я не знаю, если будут еще видео или нет. Но я вас очень люблю, спасибо большое, что вы слушали мою чуть.